А что вас бодрит с утра, кофе или чай? Надеюсь, что программа «Новый день» точно. Ну а сегодня мы поговорим подробнее про чай, чуть позже. Пока же мы начинаем с новостей в студии Зимник Евгений и Александра Гамединова. А у меня первая новость, которая важна для каждого из нас. Минимальный размер оплаты труда в следующем году будет увеличен почти на 1000 и составляет 13 890 рублей. Закон об этом подписал президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщает «Российская газета». В первой редакции документа эта сумма была ниже, однако Владимир Путин счел такое повышение недостаточным и велел доработать документ с учетом более высокой инфляции. В итоге НОД повышен на 8,13%. Я вот всегда, когда вот поглядываю на такие цифры, как МРОТ, инфляция, меня они немного смущают. Ну ладно, вот если еще МРОТ, вообще, в принципе, я не очень понимаю, как можно вот с нашими ценами прожить нормально на 13 тысяч, но вот инфляция 6%, а смотришь продукты, вот покупаешь для салатика на Новый год продукты, а все выросло там на 15-20%, инфляция на 6%. Все, дедушка выговорился, продолжаем в позитивном ключе. Студенты из Иркутской области стали призерами Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй». Это проект президентской платформы «Россия. Страна возможностей». Финал проходил в очном формате в Москве. Финалистами стали 160 человек из 42 субъектов Российской Федерации и 82 вузов. Представители Иркутской области стали серебряными призерами кубка. Трое студентов из Байкальского госуниверситета и один представитель Иргупс. Победители и финалисты теперь могут попасть сразу в заключительный этап Олимпиады «Я профессионал». Я когда-то тоже участвовал в Олимпиаде. Была это Олимпиада по химии, 7 класс, 2 место. Поэтому со мной лучше не связываться, я могу и намешать чего-нибудь. Жительница Иркутской области победила в конкурсе «Молодой предприниматель России». Лидеры названы в 10 номинациях. Участники были отобраны из 43 регионов России. Первое место в номинации «Самозанятые» заняла Дарья Олейник из Усть-Илимска с проектом по мыловарению и созданию уходовой косметики. Также от Приангарья в финал прошли еще 3 человека. Индивидуальный предприниматель из областного центра, собственник строительно-производственной компании, глава крестьянско-фермерского хозяйства из Иркутского района с проектом сыроварни и бизнес-вумен из Заларинского района. Она представила семейную ферму, где производит молочную продукцию, полуфабрикаты и выпечку. Конкурс проходил с августа по ноябрь 2021 года. Награждение состоялось в Москве. Финалисты посетили мастер-классы по эффективному управлению компанией и продвижению своего продукта онлайн. На нетворкинг-сессии участники получили возможность создать новую базу полезных контактов и улучшить навыки по ораторскому искусству. Ну а кружечку чая не хотите? Далее мы обсудим именно этот напиток. Сегодня день чая. Один из древнейших напитков, известных человечеству, и вкусовые свойства чая переоценить невозможно, тем более, что ассортимент чаев сейчас просто невероятный. На Руси же с чаем познакомились в 1638 году. Что пили до чая? Ну вот до 1638 на Руси что пили? Скорее всего, травки. Травки, воду. А теперь чай. Ну, чай повкуснее, поразнообразнее. А виды чая, ну, как я уже сказал, довольно разные. И сегодня в чай добавляют также ингредиенты разнообразные, такие как сахар, имбирь, лимон и даже лук. Пробовала чай с луком? Нет, ни разу, даже не слышала об этом. А вот такой формат монгольский, когда чай и он соленый, пробовала? Нет, не пробовала. Ну, что ты ничего не пробовала? Я не пробовала, правда. Все, отправляйся в путешествие, пробуй разные чаи. Традиционный черный чай проходит процесс ферментации от и до. Окисление листьев происходит в среднем в течение месяца. Абсолютно не подвергается ферментации зеленый чай. Производят только веление, прожарку, скручивание, сушку и нагревание. То есть, получается, зеленый полезней, так как ферментация не производит никакого там влияния на него нет? Да, думаю, да. Надо пить зеленый чай. Переходим на зеленый. Ну а красный — это тот же самый зеленый чай. Вот это для меня оказалось парадоксальной новостью, я не знал. Красный — это тот же самый зеленый чай, только подвергнутый процессу окисления. Поэтому, когда вы будете говорить, я вот зеленый больше чем люблю, чем красный, знаете, это одно и то же. Ну а если его сильно окислить, получится совсем другой вид — синий чай. По вкусовым качествам и запаху синий чай похож на обычный черный чай.
Белый чай готовят, воздействуя на листья специальным режимом сушки и запуская процесс ферментации. Белые сорта отличаются тонким ароматом, благородным цветом и нежным вкусом. Этот напиток очень полезен для организма. Какой у тебя любимый чай? Я люблю зеленый, обожаю. И сейчас еще люблю красный с добавлением апельсина. Вау, как аппетитно ты об этом рассказываешь. Я вот этот вот пыль индийских дорог, то, что там насыпали в пакетик, все взял. Длинь-делинь, сам какой-то простой. Вот таким меня пичкают. Чай повышает иммунитет. Ну, возможно, вот к моему чаю это не относится, но в целом да. Чай повышает иммунитет, благотворно влияет на организм. Медики рекомендуют побольше пить чай, особенно в период сезонных заболеваний. Как раз вот сейчас мы вам рекомендуем. Возьмите кружечку чая и наслаждайтесь программой «Новый день». Между прочим, история чайного пакетика началась с рекламной акции. В 1904 году американский торговец чаем столкнулся с проблемой распространения новых сортов среди оптовых покупателей. Каждому из них надо было отварить по небольшой порции на пробу. И мужчине пришла в голову гениальная мысль – поместить щепотку продуктов в шелковый пакетик, завязанный ниткой, и отправить для дегустации. Так что тот, кто придумал чайный пакетик, сделал это вовсе не руководствуясь экономией времени при заварке, а с целью распространения собственного товара. Чайный пакетик появился на рынке в 1929 году. Тогда была изобретена упаковочная машина, которая производила 35 пакетиков в минуту. Затем модернизировали до 80. А спустя 20 лет появился аппарат, который выдавал 160 пакетиков за 60 секунд. Слишком дорогой шелк был довольно быстро исключен из производства. Спасибо за интересную новость. Я не знал, как появились пакетики, мне всегда было интересно. Ну а сейчас давайте передадим слово Аните Котовой. Если мы с чаем разобрались, то сейчас разберемся, как же сделать десерт к тому самому любимому чаю. Приготовим утреннюю запеканку. Возьмем 2 пачки творога, цедру, 2 желтка, мак и 3-4 столовых ложки муки. Заранее взобьем белки от 2 яиц в пышную пену. Форму для запеканки смажем сливочным маслом и присыпем манкой. Первым слоем можно выложить яблоки, либо добавить сначала творог, потом яблоки, потом снова творог. 30 минут, и наша запеканка готова. Посыпем сахарной пудрой и подаем к столу. Вкуснейшим дополнением к запеканке творожной будет замаринованная тыква и курага. Приятного аппетита! А сегодня среда, и мы переходим во власть Жанны Чистовой и ее гостей. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире рубрика «Живая среда». Эта собака не знает страха. Ее по праву можно назвать истинным телохранителем и сторожем. Она не беспокойна, не суетлива и никогда не оставит свой служебный пост. Мы сегодня говорим о породе «Московская сторожевая». У нас в гостях Виталина и Анастасия Данилкины. Здравствуйте! Здравствуйте. У вас сегодня очень дружная компания, серьезные псы, и мы хотим, чтобы вы рассказали нам подробнее вот об этой породе. Она считается, наверное, редкой, да? На сегодняшний день. Ну да, ее мало, как бы, видишь, что мало, больше, конечно, мало таких... Мало и мало знают об этой породе, и мало, конечно, вообще ее в обиходе. Ну, давайте познакомимся, потому что псы величественные, мы же не можем обойти стороной их имена, их, так сказать, личности. Это у нас, получается, 2 сестренки. Вот это вот Флора, вот это у нас Фелиция. Их мама с питомника Great Royal Калинка-Малинка. Ну, мы в обиходе называем Кайла. Она у нас уже закрыла все титулы. То есть и юный чемпион, и чемпион России РКФ. Девочки, завтра будет им 9 месяцев. Ага. Да, девочки очень большие, крупные. Были у нас в помете 9 щенков. 3 мальчика, 5 девочек. Ничего себе, какие вы плодородные, все, да? Все нашли, да, хороших родителей. Сейчас занимается, вот, например, Флора занимается дрессировкой. И думаем, что это вот собака, которая, будем надеяться, что для племенного разведения. Вот. А Фелиция – это наша девочка, наша малышка, которую мы себе оставили на радость маме. Чтобы ей было не скучно, нашей девочке, Калушке. Вот. И, конечно, им вдвоем намного веселее. Живут они у нас на улице. Так, ну да, это, конечно, это у нас будет разговор о том, по уходу и содержанию. Ну, сразу хочется узнать вес, размер, потому что вот я когда вижу таких крупных собак, так вот хочется понимать вообще их стандарты. Ну, в холке от 77, а килограмм от 50. Крупный костяк, хороший, уравновешенный такая собака.
Ну, про историю. Так, да, про историю мы сейчас поговорим отдельно. Это отечественная порода, да? Да. Потому что у нас сейчас очень много заморских собак. Мы всегда интересно рассказываем о том, что откуда они, как. Вот расскажите, как же они у нас появились? После военное время нужны были уравновешенные сторожевые собаки, чтобы она не была с проблемой агрессии и была караульной. Этим занялись кинологи в Красной Звезде в Подмосковье, из-за чего и название такое «Московские сторожевые». Скрещивали несколько пород собак, а в «Московские сторожевые» были вложены кавказская овчарка и... А гончие были там такие? Да, там были гончие. Гончие, да? И еще очень сложная порода. Симбернар. Симбернар, ну, вот, и, по-моему, восточноевропейская. Или она нет, была так? Нет, да? У нас в основном вот. Это легли у нас корни кавказской овчарки и симбернара. Да, но симбернар, они же вот похожи да. внешне, да? Они вот тот товарищ швейцарских кровей. Да, здесь получается таким образом, что взяли они от симбернара доброту, так. Стрессоустойчивость, костяк, караульную службу взяли от кавказских сторожевых. Угу. Окрас они, конечно, практически полностью взяли от сибирнаров. Угу. А что касаемо вот морды, телосложения, то здесь уже кавказец. Угу. Ну и раз такая была поставлена спецзадача, они вообще пригодились вот в дальнейшем, вот раз государство решило, что нужно вот такая... Как они у нас потом реализовали себе? Да, их потом брали на караульскую службу. То есть они очень хорошо на погранзаставах очень да. хорошо себя рекомендовали. Угу. Мало того, что по территории, то есть если дать ей территорию, то она ее будет очень хорошо охранять, да. То есть вот она за территорию это уже не ее, а вот в территории она, конечно, это все, вот она будет сразу же и там все точки будет она уже осматривать и наблюдать. То есть собака очень хорошая, с хорошим караульным способом. Но они не поисковики, нет, да? Нет, то есть они нет. вот именно сторожа. Это такие. Сторожа, да. И телохранители, да? То есть ну, они да, своего да. хозяина будут да, охранять. Своего хозяина будут охранять. Какие характеристики у них, вот темперамент, трудолюбивы ли они? А потом, ко всему прочему, их же выводили для того, чтобы они жили в таких суровых климатических условиях, да? И могли даже терпеть голод? Да, вот они... заложены были, конечно, качества то, что они были у нас стрессоустойчивые, они очень трудолюбивые, очень поддаются дрессировке. Мало того, что они не выбирают какого-то лидирующего члена семьи. В семье, да? Они в семье ко всем очень одинаково относятся, любят детей, то есть без агрессии, без какой-либо. Также получается... Ну, они абсолютно добродушные, вот смотришь, и кажется, что они какие-то вот няшные, что они не будут вообще никого защищать, оказывается, это нет. обманчиво, да? Территорию, да, они свою будут защищать, то есть, если приходит кто-то в гости, то есть, они понимают, что это кто-то чужой, они будут показывать то, что здесь находится собака, да, но если человек зашел со своим хозяином, да, то есть, с хозяином зашел человек, она посмотрела, она сразу успокоилась, то есть, она не пустолайка. Да, не будет лишней там эмоции. Да, если у нас даже мимо двора кто-то проходит, мимо, она даже не реагирует. То есть, если кто-то только на территорию, на ее кто-то вот посягает, да, только в этом случае она начинает проявлять свои караульские способности. Сам внешний вид и вот этот рык, и достаточно какому-то, да, злоумышленнику убежать от одного. Да, лай у них очень громкий. Они, конечно, себе это даже раз погромче, чем у остальных такой собакой, такой серьезный. Так, ну что ж, такая крупная собака, она требует воспитания, да, потому что даже и маленькая собака, она должна быть какая-то социализированная, должна вот, есть такое мнение, что они очень упрямые, и они даже могут, так сказать, лапы вытереть это об авторитет хозяина. Да. Когда мы идем погулять, все, собака побежала, не слушается, она ушла, все. Она, конечно, будет смотреть в наблюдательном вот этом районе, но а так она не будет ко мне, все. У нее там свои интересы, она все побежала, ей вот надо играть, ей надо бегать, скакать и попробовать. С какого возраста нужно начать заниматься дрессировкой уже так? Ну, практически с младенчества, месяцев с двух, с трех, чтобы уже собака начала уже понимать, что от нее требуют. То есть, чтобы она себя вела хорошо. У нас еще любит собака... Собаки, когда нас встречают на улице, они любят лапки нам сюда на грудь. А так как, ну да, вроде пообниматься, она же считает, что мы вот, обнимаемся, целуемся, да? Но это надо пресекать, потому что, ну, она большая, может, ну, раз так неожиданно подпрыгнуть, что может просто свалить человека. Да, и даже с детьми, когда оставляют, то есть нужно немножечко...
и ограничивать. Они говорят, что одним хвостом могут трехлетнего ребенка снести. Да? Да, могут. Но мы спокойно, у нас своих маленьких детей нет, но нам к нам приезжают когда гости, да, мы спокойно оставляем детей. Ну, 5-6 лет на улице. То есть собака один раз понюхала, посмотрела, ей сказали нельзя. А, то есть она уже прыгать нет, она будет везде ходить с этим ребенком. И я уже буду знать, что она ее не укусит, ничего с ней не сделает, все. И будет только ходить хвостиком за ней и вот обниматься, целоваться с ней. Но они интеллектуальные псы, в принципе-то, да? Потому что они четко понимают настроение хозяина, да? И понимают о том, что охранять значит охранять. И какие-то вот такие у них способности. Да, это они очень хорошо понимают. Они понимают, что здесь можно, здесь нельзя. То есть их можно спокойно приучить даже на территории в определенное место ходить. В туалет, да, это очень легко. Вот, то есть они в этом случае понимают. Там, если то, что там туда ходить нельзя, здесь можно, это тоже они очень хорошо, прекрасно понимают. То есть у нас без проблем, они даже знают, у нас есть цветники по территории, то есть они знают, что там не копать ничего нельзя, там цветочки растут. И они в этом случае... Ну, все это прекрасно. Ну что ж, уход и содержание. Собака довольно-таки крупная, да? Она такая пушистая. Какое содержание должно быть? Есть ли чудаки, которые держат такую собаку в квартире? Есть такие чудаки, которые держат. Ее можно содержать. Что характерно, она в доме, она не будет очень много места занимать. Она будет в тихом уголочке сидеть и сильно мешаться хозяину не будет. Но, конечно, вот у нее по шерсти, да, у нее когда в процессе линьки нужно просто ее вычесывать. Вот. От 1 до 2 раз в год она линяет. Прочесывать. По кормлению я хочу сказать, что можно быть как комбинированное кормление, так и на, как на сухом корме. Они хорошо, получается, проявились качества сторожевые и телохранителя. Да. Она с недоумением так посмотрела. Ты что, сестра? Все, моя девочка хорошая. Так, ну по активности они более активны, чем сенбернары, правильно? Они такие не полежать, и не вальяжные такие. Да, им надо, да, им нужно давать очень хорошую физическую нагрузку, они любят бегать, они любят носиться. Это обязательно нужно делать, потому что тоже крупная собака, кости очень такие тяжелые, им нужно постоянно эту разминку, гулять с ними надо от часу и более. Вот, не менее, ну вот... Любят ли они купаться, там, в реку заскочить? Любят. Купаться они любят, правда, что характерно, не все прям полностью погружаются в воду. Любят походить, лапы помочить, брюшко помочить, дальше выбегают и носятся, и носятся, и носятся. Мы купаемся, вот у нас недалеко речка, от речки живем, от Китоя, купаются они до самых практически первого снега, до мороза. Ну, вы живете в своем доме, конечно же, да, такую собаку вот, содержать в своем доме, это, наверное, одно из наилучших правил. Очень, да. В доме, да. У нас, когда мы приобретали дом, у нас была такая задача, какую же нам собаку выбрать. Было у нас выбор много, да, и когда я нашла московскую сторожевую, связалась с питомником, меня очень объяснили хорошо, все-таки, что это за порода, объяснили, как ее по содержанию и так далее, что вы хотите от нее. Вот. И я была склонна к тому, что все-таки я становлюсь на московской сторожевой. Сейчас, конечно, если породу эту взять, ее в нее влюбляешься, она очень красивая, податливая, умная собака. И по характеристикам, и по доброте. И, знаете, даже вот на том, что если первый раз ее увидел, полюбил, мне кажется, на всю жизнь и уже, знаете, не ставишься на одной собаке. Да, и никакие там против то, что она и крупная, и кушать ей много надо, там, и шерсти много, никакие вот эти минусы, они не зачеркнут те огромные плюсы. Да, мы теперь вот еще одну себе оставили собаку. Кушать, ну, я сказала бы, ну, чашечку утром, вечером миска. Ну, не сказать, что ведра. Нет. Потому что вот это ошибочное мнение, когда вот считают, что крупная собака, значит... Немного, не сказать, что она прям много. Если она не хочет есть, она вообще не будет есть. То есть она может, вот положили ей корм, она будет ходить, ну, не поела, убрали, ну, она может до вечера дотерпеть. По здоровью она довольно-таки здоровая собака, можно сказать, генетически здоровая, подвержена каким-то. Ну вот у нее единственное с костями могут быть, да, проблемы, когда растет. Да, дисплазия может быть тазобедренных суставов. Это как у всех крупных собак может такое вот быть, да. Еще может, конечно, быть ожирение. Если неправильно кормим собаку, не даем ей физическую нагрузку, то нам может, конечно, растолстеть в течение полугода. И для собаки это очень, конечно, губительно. Ну и еще, какая она мамочка была? Вот, Анастасия, расскажите, какая была ваша питомица мамой? Заботливая ли? Столько щенят?
Ну, она, хоть это и первый помет, но она очень быстро поняла, что она стала мамой. Она сразу же, когда вот у нее родился первый щенок, это был мальчик, сразу начала его вылизывать. Не, ну, то есть много вот собак, которые вот у них первый помет происходит. Они такие вот прям они не понимают, мне сутки могут не подходить, да, могут вообще не воспринимать, что это их дети, просто вот и огрызаться на них и так далее. А у нас она сразу стала вот резко заботливой, хотя я не думала, что она так будет, потому что она вела себя как ребенок, она проказничала. Но она себя очень хорошо повела, и я ею горжусь. В итоге сколько было щенят, получается? Сразу 8. 8. Да. Какие-то, наверное, очаровательные комочки были, да, у вас там дома? Что характерно, да. Был первый помет, и помет был не маленький. Щенки были крупноватые, хорошие. Она первых 3 дня вообще не отходила от них. Даже вообще не отходила, не кушала ничего. Просто она вот с ними, чтобы вот они окрепли. На 3-е сутки она уже стала выходить хоть гулять. А то так вообще только щенки. Вот. До месяца мы их вместе с мамой держали. Потом уже им отдельный вольер. И они у нас ушли на улицу. То есть родители у нас в марте, а в апреле уже все ушли на улицу. То есть ребятишки уже спокойно. Тот холод, который еще был на улице, они спокойно его пережили. Ну что ж, спасибо вам большое, что вы пришли к нам в гости, показали вот этих вот редких на сегодня собак. Пусть ваша любовь останется попрежде вот именно к этой породе. Здоровья вам, удачи, а мы встретимся с вами в следующую среду. Спасибо большое, до свидания. Салон женской одежды «Мисс». Блузы, юбки, платья, брюки, костюмы, трикотаж и многое другое. Для создания любого образа и на любой вкус. Торговый дом «Пальмира», 2-й этаж. Полосатый Новый год. Новый проект на телеканале «Актис» и в Инстаграм. Сделай рилс-ролик не более 15 секунд. Придумай свою полосатую идею. С 6 по 20 декабря выложи видео. Поставь хэштег «Полосатый Новый год» на «Актисе». Голосование с 21 по 23 декабря. Подсчет голосов с 24 по 26 декабря. 10 лучших видеороликов участвуют в розыгрыше за первые 3 места. 3 победителей определят редакция телекомпании и спонсоры. 28 декабря – награждение и вручение призов. Спонсоры проекта. Титульные спонсоры от «Фенечки». Добавьте в друзья от «Фенечки» и делитесь любимыми вкусами. Гипермаркет «Маяк» в Шанхай-Молле. Гипермаркет «Маяк» – по-настоящему низкие цены. Спонсор. Фирма «Лактовит». Естественно, полезно. Кисломолочные продукты для всей семьи с любовью. Дополнительные спонсоры. Федеральный образовательный проект. Фабрика предпринимательства «Дети». Мы не готовим к экзаменам. Мы готовим к жизни. Центр дополнительного образования «Академия гениев». Думай, как гений. Ну а в завершении несколько новостей со всего мира. Такое животное точно не приведут к Жанне Чистовой, но посмотреть на него даже в формате видео кажется довольно забавным. Слониха, у которой нет друзей, и она проводит время с собакой. Именно такой тандем попал в видеокамеры, и судя по кадрам, видно, что животным очень даже весело. Они не скучают в компании друг друга. На очереди история о честности. Мужчина вернул владельцам 43 тысячи долларов. Житель Америки купил комплект подержанной мебели за 70 долларов. В рублях 5 тысяч. Он часто отдыхал на диване, но подушка для ног оказалась жестковатой. В итоге выяснилось, что внутри была коробка с наличными. В ней лежало 43 170 долларов. А это уже в российских рублях более 3 миллионов. Мужчина решил вернуть деньги владельцу, но сообщил о находке работников магазина, а те устроили встречу с бывшим владельцем дивана. Весть о честном поступке тронула людей. Узнав о проблемах со здоровьем и финансовых трудностях мужчины, незнакомые люди захотели ему помочь. Одна компания бесплатно починила крышу, другая организовала сбор материальной помощи. Как признался американец, за 43 тысячи долларов он бы никогда не купил столько радости, покоя и счастья.
43 тысячи он отдал. Вот у него 43 тысячи долларов, 3 миллиона рублей. Но у него явно с крышей там что-то не все в порядке было. Хорошо, что они ему ее починили. Ну ладно, ладно, если честно, то молодец. Мы верим тоже в закон бумеранга. И когда ты делаешь что-то хорошо, тебе это все возвращается 5 раз сильнее. Ну а далее переносимся в наступающий праздник, в Новый год. И посмотрим, какие же рождественские елки уже появились по всему миру. Это рождественская елка, и она зажгла свои огни возле американского Капитолия. А вот так украсили Белый дом. Сотни людей собрались на главной площади города Назарет в Израиле. Для христиан это третий самый священный город после Иерусалима и Вифлеема. А это Будапешт. В столице Венгрии ель поставили в аквариуме. Два дайвера Санты устроили настоящее шоу не только для посетителей, но и для плавающих вокруг экзотических рыб и акул. А это столица Тайваня. Здесь рядом с елкой появились огромный надувной Санта-Клаус. Как говорят создатели, сумка Санты наполнена счастьем и покоем. Как раз тем, что многим сегодня так не хватает. Ну и, конечно же, вы можете выглянуть за окно. Если у вас во дворе елки еще до сих пор нет, то прогуляйтесь в центр города, потому что Иркутск, Ангарск уже горят огнями, уже елочки украшены, и они вселяют вот то самое волшебное настроение Нового года. Увидимся с вами. Пока-пока. Гороскоп на 15 декабря. Овен, вам не придется прикладывать много усилий, чтобы добиться нужных результатов. Телец. На повестке дня обсуждение важных вопросов, как профессионального, так и личного характера. Близнецы. Наступят перемены. Правда, не все они желанные. Однако происходящее пойдет вам на пользу, поэтому не стоит сопротивляться развитию событий. Рак. Многое произойдет само собой. От вас потребуется лишь пожелать, и вы незамедлительно это получите. Пользуйтесь моментом. Лев. Вы будете очень обаятельны, и именно поэтому сможете кого угодно убедить в своей правоте. Дева. Не упустите шанс добиться больших успехов в работе, достичь давно поставленных целей. Вы найдете достойное применение своим талантам. Весы. Не исключены мелкие трудности и неприятные моменты, но в целом день сложится хорошо. Многих ждут неожиданные повороты событий. Скорпион. Сохраняйте здравомыслие и старайтесь не потакать всем своим слабостям. Этот день полон соблазнов и искушений. Стрелец. Будет шанс договориться о взаимовыгодном сотрудничестве с очень влиятельными людьми, начать работу над совместным проектом. Козерог. Волшебный день, открывающий новые возможности. Появятся ответы на многие вопросы. Не упустите шанс. Водолей. Ожидаются деловые встречи и переговоры, в том числе касающиеся смены работы или начала долгосрочного сотрудничества. Рыбы. У вас все получится. Даже сложные вопросы решатся удивительно быстро. Вы легко привлечете внимание окружающих.